по нашим данным, позавчера в бою погибли трое наших соотечественников. Апидсба, Лагвилава, Свижба. Но тела еще не доставлены в морг. Там идут бои, поэтому их достать с поля боя есть определенные сложности. Мы с ними поддерживаем связь. После того, как будет такая возможность их забрать, мы готовы выехать и тела доставить в Абхазию. Пока мы ждем от них информации, а так мы готовы. Знаю, что один хана был ранен, около 50 человек раненых. Мы тоже ждем информацию посписочно, сколько наших соотечественников там раненых.